28 декабря, Суэда. В ходе выполнения антитеррористических мероприятий в районе Суэда на одном из армейских блокпостов военнослужащими для досмотра остановлен автомобиль-пикап. За подозрев неладное, они провели более тщательную проверку и обнаружили, что днище кузова оборудовано двойным дном, из которого были извлечены более 80 кг наркотиков, предназначенных для бан террористических группировок. Водитель задержан. Проводится расследование. Хомс. В провинции Хомс продолжается выполнение контртеррористических мероприятий. Нарядом пограничных войск Сирийской Арабской Республики в районе Аль-Калях в ходе несения службы обнаружена банда террористов, пытавшаяся проникнуть на территорию Сирии через сирийско-ливанскую границу. Решительными действиями пограничников попытка пресечена. Бандиты, получив отпор и, понеся большие потери, были вынуждены отступить. Провинция Дамаск. В провинции Дамаск жители района Думар вышли на мирную демонстрацию и митинг, направленный против всякого вмешательства и зне во внутренние дела Сирийской Арабской Республики. Выступающие единодушно осудили действия многих руководителей государств, правительств, видных западных политиков и ряда известных общественных организаций, оказывающих всестороннюю поддержку бандам международных террористов и убийц. Неограниченное финансирование бандформирований, поставки всевозможного вооружения, боеприпасов и другого военного имущества, открытие в сопредельных странах военных лагерей по подготовке террористов под контролем западных военных специалистов, приток огромного числа наемников из 68 стран мира – все это ведет к ожесточению борьбы и огромным потерям среди мирного населения страны. Осуждены также действия ведущих средств массовой информации, которые освещают эту войну только со стороны бандитов, полностью замалчивая факты зверств исламистов или преподносят их в совершенно искаженном виде. Все участники митинга выразили полную поддержку президенту страны, правительству и воинам героической сирийской армии ведущим непримиримую борьбу с международным террором и их пособниками внутри страны. Агентство «Анонюс» Марат Мусин, Игорь Надыршин, Василий Павлов, Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Сирия.